Elite. Скрипт какой-то, интересно. Добавил, наверное, крейсер, по-любому. Хорошо бы пушку можно было строить, чтобы аэродром это разносить. Сука, Тимо не убрал, что ли? Я понял. Нихуя. Петух, сука. Какое задание? Да ебаный город защитить. Времени 15 минут. Блять, какая-то хуета. Да пушки просто добавил. Да нет, ну типа, блять, одно и то же, нахуй.
факту ты из компании в компанию одну и ту же делаешь постоянно. Нихуя новое. Ну, мне кажется, мне кажется, в компании уже все, что можно, какие-то механики сделать, меньшинство. Так, ну, для одиночки. О, смотри, пушки ебать. Блять, но они однотипные всегда. Не, конечно, кому-то понравится, я же, блядь, не спорю. Лично я даже компанию не до конца прошел, потому что так. На сложной версии просто, блядь, мясом закидывают, время растягивают. Ну, это все. Ну да. Вот хули ты тут сделаешь? Ты, что, у тебя даже шахт нет, по-моему, да? Ты даже экономику развивать не можешь, да? Одна шахта и один, да, этот самый. Можно строить какой-нибудь. То есть в чем прикол-то, блядь, с ними? Экономику развивать нельзя. Стратегии, ну я не знаю, я вот кайф ловлю, когда там я развиваюсь и как-то балансирую между армией и вкладами в экономику. Тут получается только войска составлять. Нет выбора там, может. Можно этих проапгрейдить, можно этих. Компания, она не для ценителей лора игры, она для новичков, это как обычно. Лор там, конечно, тоже есть, очень спорно. Но больше, мне кажется, она как обычал. Смысл по-разному играет. Ну ебаная пушка, блядь. Ну хуй знает, что тут будет за 15 минуте, блядь.
Один разъебет, нет. Перестарался, сидим. Все. Версия для хардкорщиков. Все, блядь. Ну, пушки это чересчур, конечно. В то время как у меня их нету.